Всем привет! Вы на канале Сергей и Валя Грачёвы, и мы сегодня делаем обзор наушников, но не дорогих наушников, а самых, что ни на есть, дешевых, которые имеют металлический корпус и провод в виде шнурка. Давайте сразу же их вскроем и проверим, стоит ли вообще надеяться, что купив дешевые наушники, вы получите хороший качественный товар. Заказ был сделан на черный цвет, простая упаковка, штекер позолоченный, уже что-то приятное. Действительно, как на кроссовках или на одежде выглядит этот шнурочек, но не полностью, а до определенной отметочки. Здесь даже есть какая-то кнопочка включения-выключения и кнопочка микрофон, то есть отверстие микрофон. Это хорошо, чувствуется внутри шнурка, что здесь находится точно такой же провод, поэтому особо не вижу в нем никакого отличие, так сказать, я не знаю, от других. Просто, что у вас на шее или на груди будут вот такие вот большие висеть, с головы выходить такие толстые провода. Сами наушнички отмечены, что это левый и правый. И скажу, что на вид приятные, красивые. Мы с вами сейчас проверим. Длина их 1,10 м где-то. То есть достаточно, чтобы быть в кармане и убедиться, что вам хватит длины. Сейчас мы проверим на Валюшином телефоне P770. Пока мы используемся еще этим смартфоном. Выручает очень сильно, и он заряжается сейчас от пауэрбанка. Пауэрбанк компании Pisen. Делал я обзорчик в уголочке видео, как он выглядит, что он умеет. Ну а кому интересно, там может найти на канале даже разборку этого пауэрбанка. Сейчас мы проверяем именно наушники, звук, потому что цена не только по внешнему виду, как вы знаете, а и по его звучанию в первую очередь, потому что от этого и зависит качество наушников в первую очередь. Открываем плеер, запускаем музыку и слушаю, что собой представляют. Играет испанская гитара фламенко. Подношу сейчас вам к стереомикрофону, чтобы вы тоже смогли оценить. Максимально, конечно, что мог сделать, чтобы вы тоже услышали, но опишу, что я слышу. По системе озвучивания это у нас приблизительно на четверочку. Для таких наушников это четверку можно поставить. Почему? Потому что у нас идет хорошее высокие, хорошее среднее и не хватает низов. Но благодаря хорошему эквалайзеру это можно сделать. Поэтому наушники рекомендую. Вы спросите, а сколько же они дешевые? А я забыл вам сказать цену. Стоят они $72, написал здесь. Шли они больше 30 дней, где-то 35 дней. И я их заказывал не для себя, а нашему хорошему другу. Спасибо ему, что пользуется нашими услугами и рады помогать другим. Заказывайте, обращайтесь. Вот это адрес сейчас нашей группы ВКонтакте, в которой проходят розыгрыши. Она посвящена вообще покупкам на сайте AliExpress. Ну а если вы боитесь покупать, то обращайтесь, я вам с радостью помогу и проконсультирую вас. Есть целый ряд видеороликов, как это делать, обучающих, как покупать, как экономить. Ну и напоминаю, что вы можете выиграть лично вы приз. Сейчас это радиомышка, но на момент просмотра информации в группе она уже давно будет разыграна. Будет какой-то другой приз. За репост вы получаете подарок. С вами был Сергей. Посмотрите, пожалуйста, в конце видеоролики сейчас появятся. Возможно, какой-то другой обзор вас заинтересует. Пока!